Сегодня решили мы сделать ленивые голубцы. Капуста выросла, очень хорошая. Вот не показали вам. Смотрите, кочан большой. Да, чистенький. Весь хороший. Крепкий. Пол кочана. Будем делать ленивые голубцы. Вот так на терку трем. Здесь у меня приготовлена, сейчас буду в мясорубке крутить, свинина и куриная грудка. И лук-порей. Мы туда, у нас лука-порея много, репчатого мало, а порея дофига. И в кастрюлю вот замочила рис. Сейчас еще морковку, зелень. И буду прокручивать, мясо прокручу, потом туда рис. Капусту, в общем, голубцы у нас будут ленивые. Мясорубку собрала. Будем крутить мясо. Свинина и это. Капусту приготовили, фарш приготовили, прокрутили. Рис делаю сырой. Сюда кладу, не вареный, просто замочила, промыла и все. Сейчас потру туда морковку. Потом посолю вот эту капусту и помну немножко, чтобы она осела. А потом все вместе перемешаю. Чтобы помять капусту, чтобы она дала сок и была мягкая, нужна мужская сила. Вот. Всех привлекаем. Наша баба всех припашет. Да. Наша бабушка говорит, всем даст работу. Культурно, она не культурно сказала. Я перевела. Так. Что-то у нас получилось много фарша. И мы решили немножко отложить. Сделаем на завтра на суп фрикадельки. Посчитаем сейчас по счету, а то нечего много есть. Надо экономить. Все дорого, будем экономить. Да? Да. Маленько я проморгала. Пока дела делала, тут уже, ой, что-то большие какие-то, чтобы уместились. Да, ну сейчас поменьше сделаю. Все, значит, перемешали. Капуста, морковка, рис, фарш. Яйцо не добавляла? Нет. Нет. Делает вот такие ленивые голубцы. И укладываем жаровни, сковородки, сотейники. Плотненько вот так укладываем. И будем сейчас делать заливку. Сделаем такой маринад и сверху зальем. Вот я для этого нарезала помидоры. Так, что еще туда? Сметану? Да. Помидоры мы сейчас измельчим в блендере. Так, туда мы перчик положили. Сейчас зальем вот помидорчиками. Две сковородки у нас получились. Так. Натуральный томатный сок. Натуральный. Томатная паста. Из своих помидор. И сметану. Тоже своя. Тоже своя, да. А, кстати, там спрашивали, где купить закваски. Написала? Да, писала комментарий. Молодец. Дала ссылочку, где мы заказывали. Все, закрываем крышками и ставим на огонь. Вот такая красота у нас получилась. Ленивые голубцы. Сразу две сковороды. Закрываем крышками. И готовим. Ну, мы сейчас пока на сильный огонь, потом закипит, увернем. А здесь у меня отварные сегодняшние грибочки. Голубцы мои ленивые готовы, но весь бульон выкипел в обоих сковородах. Сейчас во второй покажу. Рис был сырой. И видно, рис впитал весь бульон, или как его назвать-то? Там же не бульон, там сметана, томаты. В общем, короче, все впиталось. Вспомнила. Заливка впиталась. Да, сейчас хочу положить себе вот такая вот красота. Ленивые голубцы.
Кому лениво крутить настоящие голубцы, делайте как я. Сейчас еще сверху положу. Я вообще люблю с этой заливкой, но не судьба. Вот так. Сейчас попробуем, что у нас получилось. Вкусняшка. Очень вкусно. Всем приятного аппетита. Готовьте ленивые голубцы. Быстро и вкусно. Все, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.